Сейчас, ребят, начнем. Встречи вы будете чувствовать себя бодрячком. Значит, не случайно все началось с того, что началось. Марин, ты у нас сегодня на свете, ты у нас самый главный, да? Включаю его теперь. Я хочу, так сказать, немножко на всех посмотреть. Сегодня здесь присутствуют люди из разных моих лет, из разных областей моей деятельности, это очень приятно. Еще раз говорю спасибо. Ровно год назад я начал это делать, я не знаю, как это назвать, это семинар, это мастер-класс или что-то такое, но я это называю «это». Я начал делать не случайно, потому что здесь присутствует человек, который меня подтолкнул к этому.
там очень большой мой друг. И когда, наверное, у вас у каждого тоже бывают такие развилки в жизни, лет 7-8 назад мы сидели, и как раз у меня такая вот развилка была в жизни, надо было понять, куда мне дальше двигаться. И он говорит, ну а что ты хочешь? Я говорю, ну понимаешь, я вот ведущий, да? Вот я, здесь я хороший ведущий, здесь не очень, я то провел, это провел, еще вот это провел, ну где-то хорошо провел, где-то, ну в общем, я себе поставил зачет. Все, я ведущий, я это научился, мне уже это не очень интересно. А что тебе интересно, спрашивает Александр. Я говорю, ну вот, всегда я хотел преподавать, и рано или поздно я к преподаванию вернусь, и я вернулся. И всегда мне хотелось, тут дальше, я думаю, тоже, наверное, у вас тоже в жизни такое бывает, когда вы вдруг проговариваете, как будто бы это не вы, вы со стороны смотрите на это, и думаю, господи, это я говорю, эти слова я сейчас произношу, я проговариваю. Я хочу знать, как рождаются слова. Я хочу понимать, как они влияют на звуки, точнее, на жизнь. Я не понимаю, почему одно слово может быть всесильно, а другое бессильно, хотя оно тоже слово, и оно тоже произнесено. Я хочу знать физику этого процесса. Все это я проговорил, подумал, думаю, боже мой, я ли это? Ну ладно, пусть будет. Пусть будет ему хорошо, пусть он подумает, что я такой умный и действительно этого хочу. На самом деле потом, конечно, я уже стал анализировать, почему я это проговорил. И я понял, что вся моя жизнь, она изначально была подвержена тому, чтобы я сюда пришел и когда-то начал читать этот и делать мастер-класс. Так вот, этот мастер-класс последний, в том виде, в котором он существует. За год уже произошло и случилось столько всего, так много новой информации. Я подумал, все, мы завершим этот год так же, как завершили предыдущий, а следующий, он уже будет немножко другим. Этот мастер-класс поменяется, и, скорее всего, он перерастет в тренинг. Потому что я понял, что надо это делать по одной простой причине. Тема, на которую вы сегодня пришли, она настолько привлекательна сейчас в мире и имеет такой взрывной интерес от военных до медицины, что без нее, я думаю, не обойдется в ближайшем будущем. Мы стоим с вами на самом деле на пороге очень больших изменений. Это как компьютеры. Когда помните, один большой компьютер, в смысле один, но первый компьютер, это огромный-огромный ангар. Это считалось первый компьютер. Это еще было при моей, по крайней мере, жизни. Тут есть люди, которые помоложе. Но я еще помню, когда нам по телевизору это показывали. Точно так же, как я в фантастическом каком-то романе в детстве читал, что все ходят с телевизорами в руке. И мне тогда было непонятно, как вот эту бандуру, которую папа с мамой купили, и она уже не черно-белая, а цветная, мы будем носить вот в руке. Сейчас мы ходим все вот с кажется своим телевизором и даже об этом не задумываемся. Тема, которая сегодня обозначена в мастер-классе, она такая же. Наконец-то наша наука подошла к тому, чтобы, так скажем, ответить на огромное количество вопросов, связанное именно со звуком и именно со словом. С чего у меня все в жизни началось? А началось все с бабушки. Я обожал свою бабушку, бабушка обожала меня и читала сказки народов мира. Не случайно все эти заклинания вы увидели. Это маленькая часть, нарезка такая небольшая. На самом деле, если мы посмотрим, поездим по миру, пособираем эти сказки, пособираем мифы, там везде будет нечто похожее. То есть мы произносим какие-то слова, и что-то в физическом мире меняется. Сим-сим, откройся, например. Почему бы просто не подойти, не открыть дверь? Но что-то меняется в мире, когда мы это произносим. Трак, тибидоп, тибидоп, тибидоп. То есть в этих сказках заложен некий определенный, некая формула. Мы проговариваем, и на физике что-то происходит. И это есть у каждого народа. Вопрос, случайно или нет? Ну вот, когда бабушка мне читала эти сказки, я в конечном итоге запросил такую себе, какую-то вот тоже такую говоринку, заклинание, она долго мучилась и все-таки выдала. Я ее записал на бумажку, она говорит, только ты не смей ее постоянно произносить, только в самых необходимых вот моментах, когда вот совсем нужна будет помощь. И тут мы поехали в лес с дедушкой и с братом, и мне показалось, что тот, что-то попали мы там в неприятную ситуацию, мне показалось, вот оно. Я зашел за дерево, значит, достал листик и, значит, произношу. Ну, и ничего. Я такой думаю, боже мой, какой кошмар, ничего не происходит, меня обманули. Ну, то есть, вот все, что тогда у меня было в голове, вот все вдруг перевернулось. Мне казалось, что небо упало на землю. Это был большой стресс, это было так неприятно. Я приехал домой, сразу к бабушке, она говорит, ну, слушай, почему ты думаешь, что ничего не произошло? Ведь, во-первых, если волшебник, то он должен был, он невидим, ты его не можешь увидеть. Во-вторых, если тогда тебе не помогли, это не значит, что в принципе не помогут. Но она выкрутилась, короче, из этой ситуации. Но для меня это стало очень важным обучающим уроком. И слава богу, что это произошло. Почему? Потому что сейчас я уже много лет наблюдаю, как некоторые мои коллеги, друзья,
уходят в такое невероятное сектантство, они настолько отрываются от реальности. Кто-то становится суперхристианином, кто-то супербуддистом, и они не видят, что мы живем в материальном мире. А вот этот урок, который мне преподнесла, не ожидая, сама бабушка, он очень важный. Я теперь всегда проверяю, это работает или нет. Если это не работает, я откладываю это и говорю, спасибо, это не работает. Для вас это работает, для меня нет. Также я предлагаю вам отнестись к тому, что вы сегодня услышите. Если это для вас не работает, значит, или в этой информации что-то не то, или вы просто еще чего-то не понимаете. А может быть, я не так все гладко вам рассказал. Но все надо проверять на физике, на физическом плане. Потому что это и есть наш с вами урок, или как наш с вами экзамен. После того, как вот это все произошло с бабушкой, дальше были разные нюансы. Ну, например, в том городке, в котором я жил, нас водили в детскую поликлинику. Это было естественно. Но когда врачи не справлялись, например, со страхами, нас возили к бабушке Нюре. Ну, это нормально. Ну, как? И сами врачи говорили, а ты к Нюре уже ездили? Ну, то есть, как бы, это было настолько естественно. И вот нас с братом повезли к бабушке. Бабушка там что-то ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду словами. И для меня это был шок, как простые слова, которые сказаны на ухо моему брату, заставили его отказаться уже на следующий, ну, у него еще НРС был, в эту же ночь он так просто там плавали все, а вот после этого уже ничего не было. То есть у него не было то, против чего боролись и с чем боролись врачи. Как такое может быть? Ну, вот такой, да, потом я уже сам заболел, у меня были очень страшные фурункулы, когда был переходный возраст, и меня повезли к молодому мужчине, тоже он буденовский это было, он экстрасенс. И вот когда мы с ним остались тет-а-тет, он мне за счет руками там водил, и да, я еще домой не успел доехать, у меня уже эти страшные, ужасные фурункулы для мальчика 15 лет, который хочет выглядеть прекрасно, это была просто катастрофа. И я просто смотрю, они, знаете, как в Гарри Поттере, ничего нету. Я у него тогда спрашиваю, говорю, скажите, как вы это делаете? Говорит, да я сам не знаю, как я это делаю. Но что вы делаете? Он говорит, это очень сложно объяснить. Я хочу тебе помочь. Я говорю, и все. Он говорит, ну да. Засел опять у меня такой занозы, думаю, ну как-то странно все это. Захотел помочь, ну я хочу помочь. Я хочу помочь, там, я не знаю, Советскому Союзу, пусть он не распадется. Ничего не получилось, все равно он распался. Ну и так далее. Я хочу поступить в институт, вообще просто взять и поступить. Но так это почему-то не работало. Дальше, когда я уже поступил все-таки в институт, там тоже были разные нюансы. У меня была первая такая большая взрослая любовь, очень несчастная. Я хотел покончить жизнь самоубийством. Я жил на 8-м этаже в общаге. И я подумал, ну, а что меня держит на этом свете? Пожил уже, все уже. Надо как-то даже уже можно попрощаться. Я выкурил последнюю сигарету. Ну, как бы что-то меня остановило. Не сделал я этого. И когда вот эти все, я перестал ходить в институт, все как положено, и тут это увидела молодая преподавательница. Сейчас я думаю, она, может быть, была влюблена, тогда я этого не понял. Для меня она была тетя, она там на 8 лет старше, и что она от меня вообще, что я с ней буду делать? Вот. Боже мой, какие люди. Вот. И, собственно, вот эта молодая преподавательница отвела меня к психотерапевту, он был единственный в нашем городе. И он стал меня вводить в транс, или как это, в гипноз, гипнотизировать. Но я взял вид, что я поддаюсь гипнозу, он хотел, чтобы я руку поднимал. Я говорю, мне жалко человека, хотя я не поддаюсь гипнозу, как я тогда понял, и сейчас это понимаю. Но руку надо поднять, ногу я свинтил, главное, чтобы ничего другое не поднималось. В принципе, все. Вот. И потом, ну, он просек и говорит, знаешь, я конечно, все понимаю, что ты пытаешься мне помочь, но не надо. Давай я тебе вот научу одной простой фразе, которая, может быть, тебя спасет, а может быть, и не спасет. И он мне сказал эту фразу, говорит, делай так, ты все равно в институт не ходишь, ты хочешь, ну вот сколько можешь, повторяй, просто не верь в это, просто повторяй. И я стал повторять с утра, вечером, днем, ну о чем я, господи, ну повторять и повторять. Я повторял, фраза очень простая. Потом я понял, что это называется аффирмация, она такая, с каждым днем мне во всех отношениях становится все лучше и лучше. Ну, четко, ну, я думаю, ну, будешь вставать, я думаю, ладно. Ну, в общем, я повторял, где-то через 3 дня меня подотпустило, через неделю я уже как-то вышел на лыжах покататься, там, еще куда-то сходил, а через 2 недели я на все это смотрел, думаю, господи, я и вот это все, да где вообще, как такое могло быть, я хотел спрыгнуть с 8-го этажа, ради чего? Но, опять же, этот нюанс, он заставил меня вернуться к теме слов и влияния слов. Потом, когда я уже попал на радио, первым делом Александр
Яковенко как раз первым человеком, который встретил меня на моей первой радиостанции, был он меня записывал, проводили такой кастинг они. А он меня записывал, и я говорю: Александр, скажите, а где Дима Фоменко? А, я понял, вон он. И такой Иванушка, ну не дурачок, но вот такая внешность Иванушки, она меня настолько поразила, потому что у него такой, знаете, грудной, насыщенный бархат мужской, у него поклонниц. Если кто-то стоит с тортом и с цветами, это Фоменко. Мы это всегда знали, и мне хотелось понять, у него тысячи поклонников было в нашем маленьком городке. И когда я увидел, и вот это несоответствие, оно меня поразило внешности и голоса. И потом, уже работая на радио, там столько всего мне захотелось узнать, почему этого человека слушают, хотя он ничего такого вот не несет, да? А вот этого, который вот такой умный, такой мудрый, такой ля-ля-ля, прям себя описывает, вот его почему-то не слушают. Что в этом голосе такого? Только ли голос в этом участвует? Или что-то еще более глубокое, чего я не понимаю? Почему надо раскрывать свой голос природный? Что такого в неприродном голосе? Вот эти все нюансы, они как раз радио заставило меня копаться в этом, чтобы вот, так скажем, понять это. И я это начал делать. Я захотел это понять. Сегодня вы тоже ощутите, к чему привела вот эта моя простая идея понять, для чего нужно раскрыть природный голос. Если бы я знал, к чему это приведет, я бы не поверил, если бы вы мне это сказали, что я перечитаю 3 раза Ветхий Завет, перечитаю всю ведическую литературу, буду лазить в Коране, искать какие-то с лупой, лазить по каким-то старым источникам, и все это звук. На самом деле мы настолько уже не замечаем, и, ну понятно, мы часто с этим сталкиваемся, какие-то вещи, которые очень естественно, и они на нас влияют, но мы просто проходим мимо них. Ну да, мы чуть-чуть посмотрели, понаблюдали и ушли дальше. Вот я сейчас вам быстренько покажу 1-2 ролика, которые как раз таки очень четко нам просто показывают, что бывает в жизни и мимо чего. Смотри, ты видишь, хуярка, чуть хочешь, заюбки, понятно, учебные по 1000 рублей, пускай нахуй по 900 рублей нас привозит, нахуй, дура, блядь. Только на курину, блядь, на свою ребенку тут вот тратишь. Сама ты, блядь, смотри, как одеваешься. Тварь, блядь. Как, блядь, бомжа, блядь. И ребенок, блядь, нахуй, блядь, как бомжа одевается. Ну что, не так, что ли? И ты знаешь, куда в сучи свои поискали, понял? Да, поеду. Вот пиздуй, нахуй. Нехуй рожать, блядь. Но я позволю себе дальше не продолжать. Все вы поняли, это не с нами происходит. Но внутри у нас, на нашей физиологии, если бы нам были, там, знаете, как обычно проводят разные опыты, присосочки все это ставят по мере давления и так далее, мы бы почувствовали, что в нас что-то физически меняется. Похожая ситуация, когда мы проходим мимо, и мама ругает ребенка, или здесь не надо осуждать, мне кажется, потому что мы, каждый из нас может оказаться в такой ситуации. Я, например, тоже был и бываю в таких ситуациях, когда я не сдержан, но как это влияет даже со стороны, давайте посмотрим. Да, урод, дебил! Что ты знаешь? Я это знаю! Почему ты это не делала сама, уродка? Потому что это не лазило. Кто здесь тварь лазил? Кто доставал ягоды из побежа? Ты не знаешь, дерьмо, брехливое, вонючее, подлое, дерьмо, умирай! Смотри, что ты делаешь, да у них дебильная! Хочешь я тебя сейчас убью? Посмотри, урод, ты все убрал? Ну давайте я дальше не буду. Ну я думаю, что мы все чувствуем одно и то же, я надеюсь, по крайней мере. И точно так же, как мы чувствуем вот это, мы чувствуем, когда нам хорошо. Опять же, когда это не с нами происходит, но тем не менее, мы это воспринимаем как свое родное, близкое нам хорошо. Ребята, прежде всего, хотелось бы вам напомнить о том, что у нас тут сильные люди. Мы все люди. Совершили огромный шаг вперед. Вы заложили, как сказать,
знаю, как девочки, а я плачу. Понятно, да, как слова влияют на нас. Мне кажется, это очень ясно. То есть, когда мы слышим что-то, какое-то слово, которое к нам не относится, а у меня начинает учащаться пульс, у меня меняется давление, у меня начинает прилив крови в голове, соответственно, у меня начинается головная боль и так далее, и так далее. Это называется психосоматика. У меня есть друзья, которые медики, и один сидел и говорил, а он не медик, он говорит, ой, вот это мне ваша вся психосоматика, и это был самый быстрый способ убедить, что психосоматика существует. Врач сам говорит, слушай, Васек, ну же немножко подвыпили, говорит, Васек, я с твоей Маринкой, когда ты 2 года назад возил маму свою в Египет, мы с ней, ну ты извини, конечно, я должен был тебе это сказать, и видели бы вы того Васька, у него все... Просто кровь прилила, он все, мы поняли, сейчас будет драка, у него прям все, поджилки трясутся, физика меняется. Он говорит, вот, Васек, это называется психосоматика. Вот, но мы еще 2 часа не могли его успокоить. То есть, таким образом, Васек на всю жизнь понял, что то, что он слышит, это очень сильно влияет на наш организм. И, конечно, вот эти все феномены, они привели меня к мысли о том, чтобы понять, что это такое, как это действует на нас всех, как это действует на природу, что это за природа. Я, как историк, начал искать. И вот когда это начиналось 8 лет назад, материала было очень-очень мало. Ну, прям по крупицам я выискивал. И вдруг я понял, что все вот эти крупицы, они рано или поздно отправляют меня к очень древним источникам. Почему? Почему им надо доверять? И вот здесь очень важный момент у меня как историка, это такой. Я никогда не верил в ту историю, которую... Вопрос о том, все знают, что я кандидат исторических наук, и сам преподавал эту историю, я никогда в нее не верил. Поэтому я, в общем-то, быстро слился из нее. Потому что то, что я изучал, то, что я смотрел, то, что я наблюдал, это привело меня к мысли о том, что это не совсем так. А вот то, что это не совсем так, мне уже как-то не нравится это рассказывать другим, как единственный такой первый источник. К чему я пришел? К тому, что в наших учебниках и школьных, и институтских есть одна история. Она основана, естественно, на дарвинизме. То есть это развитие постепенное и линейное развитие, в смысле, как стрела. Да? Вот мы сперва инфузория туфелька, а потом она превратилась вот в нас. Как это произошло, ну, мало кому понятно, но Дарвин как-то это объясняет все-таки. И я стал копать, и оказывается... Еще в прошлом веке и сейчас до сих пор существует несколько теорий. Если быть точным, много теорий развития человечества, и мне захотелось их изучить. Все эти теории, которые я изучил, они очень доступны, их можно прочитать. Я понял, что ближе всего мне история катастрофизма. Это история развития человека, ну, если, так скажем, упростить, то она такая. Вот есть некая площадка игровая. Ну, все из нас когда-то играли в разные онлайн-игры, это очень просто объяснить, как это все происходит. Вот есть некая площадка, вот там есть свои герои, свои какие-то прокачанные свои скиллы, да, если вы меня понимаете, о чем я говорю. И вот, допустим, заканчивается эта игра и стирается площадка. Ну, как-то в нашем компьютере мы просто берем и другую, ставим игру и все, и продолжаем уже теперь играть в другую игру. Теория катастрофизма, она похожа на это. То есть нечто развивается, какая-то жизнь, что-то происходит. Потом происходят глобальные изменения на планете, которые приводят к полностью переформатированию этой жизни. Остается ручеек жизни, который перетекает из этого, из этой области, уже в дальнейшую эпоху. Вот это мне близко. Почему? Потому что, когда я первый раз попал к пирамидам, я поверить не мог, что мы, да, что эти египтяне, которые вот тут привезли и доллар просят везде, там, дай доллар, вот они это все построили. Когда ты у них спрашиваешь, а как вы это построили, конечно, никто ничего не говорит и не знает. Ну, естественно, рабы. Ну, конечно, рабы, они же великие строители. Или там сейчас говорят, вот я у сына посмотрел, там написано теперь крестьяне. Ну, слава богу, дожили до крестьян. Крестьянам же делать нечего. Зачем коров доить? Давайте пирамиды строить. И это, конечно, не может не удивлять. Сейчас, когда Земля стала очень маленькая, когда в интернете есть очень много информации, фотографий, мы облетели уже полмира, или кто-то мир облетел, и мы на каждом континенте встречаем пирамиды. Пирамиды есть у нас в России, есть в Европе, их много, они опоясывают весь земной шар.
Есть мегалиты. Это в основном мегалитические постройки. Это то, что, опять же, если вы посоветуетесь с инженерами, я тоже с ними советовался, можно ли вот эту 300-тонную глыбу сейчас как-то перетащить. Они говорят, можно очень-очень тяжело. Надо самые-самые современные эти огромные-огромные агрегаты применять. Когда ты находишься вот перед этим, этой постройкой, где этих мегалитов много, ты разводишь руками и не понимаешь, а где они брали вот это все. Но неужели эти люди, рабы, ну давайте хорошо, вот японцы пытались недалеко от тех пирамид, которые есть в Гизе, построить свою. Вы знаете, что они дошли до 15 метров, и они не поняли дальше, что делать с этим, как дальше продвигаться. Потому что наша техника и сейчас не способна сделать это. То есть, соответственно, нам что-то досталось такое в наследство, чего мы не понимаем. И сейчас, когда уже Земля более доступна, фотографии, видео, мы вдруг осознаем, что была некая культура, которая объединяла всю Землю. Почему? Потому что везде на наскальные рисунки примерно одно и то же рисуют. Везде есть вот эти постройки. На Северном Кавказе есть дольмен, дольмен есть везде. На Северном Кавказе есть вот в Приэльбрусе такие мегалиты, но встроенные в гору. То есть вы никто туда пытаетесь, спелеологи погрузиться, они куда-то доходят, но это как в пирамиде, дальше непонятно что, поэтому никто до конца вот эти все ходы не прошел. А представьте, ну одно дело пирамида там, из мегалита, какого-то постройка, другое дело это все встроено туда. Как? Вопрос открытый. Значит, они что-то знали такое, чего не знаем мы. Я подумал, а где это? Ну, то есть какая-то цивилизация, она что-то там знала, а потом как-то пыталась передать какие-то знания. Где эти знания, подумал я? Ну, естественно, что оберегаемое, самое оберегаемое на нашей планете? Это Бог, религия. Соответственно, надо искать в этих книгах. Я как историк полез вот в эти самые книги, чтобы найти там истину. Что там про звук вообще говорят, что там про слово говорят. То есть в моем представлении сейчас мира это так. Есть некие знания, которые нам переданы были, но человек, вот он, допустим, вот сейчас я пойду передавать знания каким-нибудь аборигенам, которые голые бегают, вот про то, что я знаю. Естественно, они запомнят, белый бог пришел, вот он прилетел на вертолете, на каком-то пылающем, каком-то непонятном коне, со свитками, я открою iPad, и, да, там, и вот с какой-то супермашиной, назовем это чаша Грааля, как угодно назовем, из нее огоньки мигали, ну и так далее. Напоминаю, да, что вот эти все мифы. Вот так рождаются мифы на самом деле. Вот, кстати, насчет мифов, на прошлой неделе был со мной общительный случай, который подтверждает вот эту самую миф, как у нас мифологизирована жизнь, как мифы рождаются. Я пришел в фонд, где я волонтерю, и говорю, девочки, вот то-то, то-то, то-то и то-то, вот так, вот так, вот так. Через неделю я встречаю своего руководителя, нашего директора этого фонда, она говорит, слушай, мне тут такое рассказали. И дальше эту же историю, Зиновий, да, значит, ну, собственно говоря, вот это все мы тут в одной упряжке, и она говорит, вот такое, такое, говорю, я опешил, говорю, Аня, во-первых, это я сказал. Во-вторых, я сказал не это, а вот это. Да ты что? А мне Кристина сказала это, а это то, а это все. Вот и все. Вот вам и мифы. Так они рождаются. То есть, когда мы изучаем мифы, это однозначно есть какая-то основа. И она основа вполне себе физическая. Вполне себе, если разбираться, то мы можем понять, что там происходит. Очень много притч в Библии. Очень много иносказательного, например, в Ригведе, вообще в Ведах, как таковым. И вот кто-то слушает это, я раньше слушал, как абракадабра сплошная. Чего написано? А в Ветхом Завете почему все со всеми спят? Для чего им это надо? Почему? Ну то что происходит в этом Ветхом Завете? Почему в Ведах написано, что эти какие-то боги сражались на этих колесницах, там стреляли и так далее? Когда я стал заниматься звуком, вдруг, знаете, немножко так все прояснение произошло такое. И я понял. Спасибо вам, дорогие предки, за то, что вы оставили нам вот хотя бы вот в этих мифах то, что мы должны знать о том мире, в котором мы с вами живем. Ну и очень ретроспективно, прям буквально несколько слов о том, что же я накопал. Я не буду всю информацию приводить, потому что ее очень много, поверьте. Мы все живем в христианской среде с вами, ну или так скажем, у нас понятно, что все равны, но тем не менее мы очень часто слышим фразы, они у нас на устах. Это, например, и самая цитируемая фраза. Самая цитируемая. А вот, пожалуйста. Ну, все помните из
Евангелие – это Евангелие от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно вначале было у Бога. Через Него начало быть, без Него ничего, ничто не начало быть. Что начало быть, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Ну, все же понятно, мне кажется, что тут все понятно. Я, конечно, эту фразу, как вы и слышал, много раз ее тоже пытался и так, и сяк, и стал приставать к священникам. Священники любят, когда к ним пристают, особенно... Да, вот. И значит, никто из этих священников мне удобоваримый какой-то ответ не дал. Что имеется в виду? Какие-то были рассказы, что вот Логос, это Сын, это Иисус, и вот это Он и Слово, а просто перевели неправильно. Мне это не удовлетворило. Я стал искать дальше, что же все-таки это означает. Я полез в другие источники, и вот, например, вы знаете, что не все в Библию вошло, а есть апокрифы. Это то, что церковь не принимает как священное писание, а апокрифы. Ну, для меня это тоже источник. Вот, например, в видении Исаии, это такой иудейско-христианский текст 2 века, вот там написано. И песня всех шести небес была не только слышна, но и зрима. Коран. Коран это вообще, с моей точки зрения, почти христианство, как бы там не спорили сами мусульмане с нами. Но, тем не менее, все мы... это понимаю. Ну, я, по крайней мере, это понимаю. И там написано так. Первым повелением было «будь» и «стало». Ну, ладно, подумал я. Один источник, понятно, что Магомед пришел дополнить как-то там вот эту такую историю нашу, православную, в том числе христианскую. Давай посмотрим куда-нибудь далеко. Давай посмотрим в Египет в тот же. Там же древняя, самая одна из древнейших цивилизаций. Что они говорят? У них божество называется «птах» или «пта». И вот в одном из речений, такой есть текст саркофагов, очень невероятно интересный текст, и там написано следующее. «Я тот, кто к югу от моей стены, повелитель богов, царь небесный, творец душ, правитель обеих земель, творец душ, дарующий душам венцы существенности бытия. Я творец душ, и жизнь их в руке моей. Когда я желаю, я творю, и живут они. Ибо я творящее слово, которое на устах моих, и премудрость, которая в теле моем, достоинство мое в руках моих. Я Господь». Ну, то же самое, вначале было слово, да, ну так, немножко переиначено. Думаю, ну ладно, а вот куда-нибудь через море, чтобы плыть, Австралия какая-нибудь, что там, может быть, там же они как-то от нас отдельно немножко жили, может быть, они такое что-нибудь нажили интересное. Вот. Так у них есть, конечно, своя мифология, и у них так, у них считается, что посредством звука были созданы земные структуры. Цитирую. «Земля сперва существует в виде понятия в уме, а затем ей придается форма посредством пение. Ну, тоже звука, по сути. Сикхи. Индия. Одна тоже из самых древних культур, я имею в виду ведическая культура. Сикхи – это монотеистическая религия, основанная в Индии. Так вот, у них так. До творения не было ничего. Ни рая, ни ада, ни трех миров. Только бесформенное. Когда Бог захотел выразить себя, Он сначала нашел свое выражение через имя или через слово. И через имя появилась природа, в которой Бог растворен и присутствует везде, и распространяется во всех направлениях, как любовь. Ну, и в общем, хоппи-индейцы, ну вот индейцы, у них так. Создал Бог весь мир с помощью одного инструмента, звука, и сделал его инструментом для проведения сообщения. Громко хвала создателю всего. То есть, получается, и так далее, и так далее, и так далее, короче говоря. К какому выводу мы здесь приходим? Мы понимаем, что все космогонические мифы, практически на любой части нашей планеты, говорят нам об одном и том же. Что... ничего не было, но потом Бог захотел создать это с помощью звука или слова, и все стало быть. И вот так Он и творит. Давайте посмотрим небольшое видео. Так, видео такое. Сочинение харамского путешественника Масуди содержится описание того, как египтяне строили свои пирамиды. Они применяли для этого метод звуковой левитации. В процессе работы над камнем клались листья папируса или бумаги с начертанными на них иероглифами. И после удара прутом плод перемещался в воздухе на расстоянии полета стрелы, около 80 метров, и там постепенно они доставлялись к пирамидам. Подобные методы строительства применялись и в других древних культурах. Центральная Америка, Ушмаль, храмовый комплекс индейцев майя. Согласно легендам, храм был возведен расой карликов, владевших искусством строительства огромных зданий. Легенда говорит, что карлики, погибшие во время большого наводнения, без труда раздвигали огромные здания, перемещая тяжелые камни с помощью свиста. При строительстве храма Тьяуанако в Боливии индейцы использовали блоки весом в 440 тонн.
Индейцы сообщили испанцам, что город Тиауанако был построен задолго до инков. Таинственные строители звуком трубы заставляли камни отрываться от земли и плыть по воздуху. Основатель города по имени Виракоча, рельеф которого вырезан на воротах города, наделял камни способностью становиться легкими, словно пробка, после чего их можно было поднимать рукой. В Перу расположена древняя крепость Саксуяма, сложенная из идеально подогнанных камней весом в 100 тонн. Один из камней весит 360 тонн, что примерно равняется массе 500 крупных легковых автомобилей. Гигантские блоки крепости Мачу-Пикчу настолько филигранно подогнаны, что в стык невозможно просунуть даже лист бумаги. Перенесемся на другую сторону Атлантики. Греческие летописцы утверждают, что древний город Фигу был построен Амфионом, который передвигал огромные камни, играя на арфе. Об этом говорили Паузани в своем описании Греции и Аполлонии в эпосе Аргонавтика. В 1950 году один шведский инженер сообщил о наблюдениях шведского врача, посетившего один из тибетских монастырей. Врач рассказал, как монахи при помощи ритмичного пения и звуков труб на сотни метров перемещали тяжелые каменные блоки. Эти реально существовавшие ранее способности сейчас почти утрачены, хотя сведения об этом до сих пор живут в памяти монахов. Ну вот когда я все это понял, когда я, так скажем, собрал эту информацию, ну и казалось бы, ну как историк моя деятельность на этом закончилась. Я собрал некую информацию, которая подтверждает мне, что да, таки что-то там они имели какие-то приспособления, например, в Библии написано, как Иерихонские, вот почему Иерихонская труба, знаете, да, почему? Потому что жрецы Иерихона ходили, дули в трубы свои вокруг стены, и стены упали. Ну, то есть, ну да, звук влияет. В сказках об этом сказано тоже, что с помощью звука, это наш соловей-разбойник, да, как свист, ну да, и все, все мы умерли. Вот. Так вот, все нам говорит о том, что звук влияет на нас, что каким-то образом он не просто влияет, а он по-разному влияет. Но я подумал, что мне неинтересно это, то есть я собрал, но мне хочется понять дальше, что, как физика, физику процесса, что же, как же конкретно. Я стал копать теперь уже в сторону физики, и слава богу, что у меня тесть, он физик, такой заслуженный учитель России, то есть такой человек, который очень хорошо знает физику. И он, как раз вот мы с ним постоянно, вот, работая над этим мастер-классом, мы с ним дискутировали, он мне пояснял какие-то вещи. А так как сейчас он преподает квантовую физику, то он вдруг неожиданно стал... То, когда он не преподавал квантовую физику, он всегда был такой, со мной спорил, он говорил, такой атеист, ну, коммунист-атеист он всегда был. А я всегда говорил, да нет, Николай Николаевич, ну все-таки, он говорит, ты не понимаешь, да, вот, все, линейно, все, история туда. Вот. А когда стал квантовую физику преподавать, он сейчас не так уже на мою тещу смотрит такими глазами, когда находится в церковь и что-то там молится. Я говорю, а что это у вас изменения какие-то? Он мне говорит, ты не поверишь, только Нине не говори. Говорит, ты не поверишь, я стал другим, именно когда стал, ну вот, посмотрел, что предлагает нам квантовая физика, что такие феномены происходят, такие процессы, которым даже название, у них, вы знаете, что в квантовой физике очень много странных названий. Они просто не знают, как это назвать, но они на всякий случай как это называют, как духи. Мне очень полазите, посмотрите, там как духи иногда называются. Вот. И мы с ним стали разбирать и искать. И оказалось, что то, что происходит сейчас в мире, оказывается, весь мир работает над этим процессом. Все хотят понять, что это такое. А началось, опять же, это все с квантовой физики. Наверняка вам известна такая фамилия, как Макс Планк. Это один из основателей квантовой физики. Я приведу только одну его фразу, она нам дальше понадобится. Макс Планк говорит, все есть только колебания и результат их воздействия. Физически никакой материи нет вообще. Все и каждое образовано из колебаний. Ну, здесь физики все согласны. Дело в том, что атомы, мельчайшие частицы атома, все это колеблется, то есть все это движется. Нет ничего, что не двигается в этом мире. Соответственно, все, что мы видим, мы можем сказать, это колебания. Ну, что такое звук? Если мы откроем учебник физики, там написано следующее. Это физическое явление, представляющее собой распространение волн механических колебаний. Вот и все. Вот и получается, что все это звук. Все звучит.
Если еще недавно, лет 10 назад, ученые говорили, что пространство межзвездное, оно молчаливое, то сейчас вы откроете YouTube, там, не знаю, там звук звезды такой, там, звук там, Сатурна, и там, понятно, они уже такая техника современная, они это звучание не понимают, они уже поняли, что все звучит, вся Вселенная звучит, это такая музыка мунди, да, называется, если вы помните это произведение у Сократа, по-моему. Так вот, все звучит, все движется и все звучит. Единственное, надо понять, что мы звуком, люди, называем то, что мы слышим. А мы слышим с вами от 16 Гц до, от 16 до 20, ну тут у каждого немножко разное, да, кто-то слышит и на 20, у кого кто хорошо поет, вот, допустим, взять из Большого театра певцов, они могут и на 20 слышать, да, до 16-20 кГц. Вот такой диапазон, это наш с вами диапазон, мы его слышим. Есть существа на Земле, которые слышат больше. Ну, например, те же дельфины, те же киты. Они общаются между собой в ультразвуке. Вот за этим пределом это ультразвук, а за этим пределом это инфразвук. То есть мы с вами слышим какую-то определенную часть, как и видим, определенный спектр. Вот этот спектр, если вот посмотреть, что мы видим, он будет небольшой. То же самое и слышим, и тоже небольшой. То есть когда какой-то священный священник писал, сейчас не берусь за имя, не помню, он говорил, что если бы вы только видели, что вокруг вас происходит. И, конечно, вокруг нас происходит гораздо больше, чем мы видим и чем мы слышим. Почему? Потому что наши органы зрения, вообще наши органы слуха, вообще наши органы, они заверстаны под то, чтобы слышать определенное, и чувствовать определенное, и видеть определенное. Вот это мы и видим. Вот такую Вселенную мы себе и представляем. Но это не значит, что там нет звуков, там тоже все звучит. И это не значит, что там ничего нет, там тоже все есть. Только мы этого не видим. Значит, что касается звуков, то люди, ну, в общем-то, с древности задумывались. Окей, ну, когда вот они чувствовали, что звук влияет на природу, они хотели понять, как это происходит. И один из таких личностей, это ученый, и он вошел в историю, сейчас чаще всего, если вы забьете где-нибудь в поисковике «Хладни», то вы Эрнеста Хладни и найдете. Там будет миллионы сейчас статей, миллионы статей, миллионы картинок. Кто это такой? Этот товарищ жил на рубеже 18-19 веков, он, кстати, был и член-корреспондент Петербургской академии наук. Так вот, он исследователь. Он тоже это заметил. А как он это заметил? Что звук что-то издает. Что звук это формирует какую-то форму. Он случайно. На пластине было разбросано какой-то песочек или что-то такое сыпучее. И он стал смычком водить или не смычком, а чем-то какой-то железкой. И то, что произошло, его настолько удивило, что он посвятил жизнь изучению этого процесса. Это для него оказалось невероятно. Это не значит, что он один был, их много было. Но именно он вошел в историю, как это часто бывает, кого-то одного мы больше знаем. И вот с тех пор наука появилась, она называется кематика. И вот кематика, она изучает формообразующие свойства звука. Вот вам сейчас все станет очень быстро ясно, когда я покажу кое-что вам. Значит, для меня лично эта история, вот именно в плане кематики, началась с этого ролика. Я когда вот мы с Сашей поговорили, я залез на YouTube, там было очень мало всего, но этот ролик был. И он меня настолько восхитил, что я подумал, я должен этим заниматься. Сейчас будет такое пение прекрасное. Вот это самодельная такая штучка, в которую насыпан песок и подвезем голос. Просто нам ее демонстрируют. Так, а здесь почему-то я не слышу звука. Да. На самом деле здесь, вот смотрите, это здесь поется, здесь просто поют, здесь подведен голос человеческий. И вот песок как меняется в зависимости от того, что они пропевают. Видите, да? Смотрите, какие фигуры появляются. Для меня было сам уже удивительно, что что-то там вообще появляется, структурируется каким-то образом. Это было очень странно. Вот всякие вот такие звездочки появляются. Очень было это интересно. Непонятно, вот, кстати, какие структуры от голоса от одного. Вот смотрите, да? Вот так вот меняется голос. Вот. Сейчас будет понятнее, если сейчас звук у нас заработает.
как же, я подумал, как же это играет, ну как это, если, допустим, петь. Если мы поем, то тоже что-то происходит. Оказалось, что что-то происходит. Растут на деревьях. Это похоже на клетку человека, может, похоже. Вообще там на мандалы еще очень похоже. Да? Заметили? Паучки и так далее, жучки. А это, смотрите, интересная вещь. Это уже, что происходит, ну, как тесто они сделали такую консистенцию. И дальше смотрят, что с этим происходит. То есть, если все это заморозить, допустим, то получатся совершенно четкие структуры. Совершенно четкие структуры. Так. Ну, давайте еще опыты многие. Уже дело в том, что когда люди узнали о том, что можно такое делать, очень многие провели дома уже опытов очень много. Сейчас уже выкладывает каждый. Вот. Примерно такие опыты в домашних условиях. Вам, если будет ушам тяжело, я приглушу его. У вас появятся те же самые картинки на тех же самых частотах. Ничего не поменяется. Вдруг мне стало интересно вообще, в принципе, ну картинки, ну вот определенная частота, определенный звук, ну картинки, и дальше что? Что мне с этим делать? Где мне найти подтверждение, что это такое вообще, как это звучит? И вдруг я натыкаюсь в одной книжке прекрасной про женщину-аутистку на ее воспоминания. Есть такая Ирис Юхансон, она профессор, несмотря на свой аутизм. А получилось так, что ее папа оказался очень мудрым человеком. Она в шведской деревне родилась, и папа говорил, да нормально она человек вообще. Ну, мало ли, нормальный человек, и все. И вот благодаря его терпению и, в принципе, усердием своим, она стала профессором, и она потом написала книжку. Книжка называется «Особое детство». Она очень узенькая, тоненькая, вы, пожалуйста, прочитайте ее. Невероятно интересная книжка про то, как она видела жизнь. И вот оттуда маленький кусочек, он связан именно с темой звука. Как, ну там суть в чем? Аутисты, вы знаете, люди с аутизмом, они очень часто, такое ощущение, что они здесь не присутствуют. И она, нам, живущим здесь, очень сложно с ними коммуницировать. А такие люди, как она, они нам рассказывают, что на самом деле с ними происходит. И она рассказала в этой книжке, что происходит, что действительно ее мировосприятие, она поначалу думала, что все так. Вот она, вы знаете, они любят вот такие движения, одни и те же, да, одинаковые движения. И вот она, как говорит, я когда качалась, это меня успокаивало, и я выходила из тела, и дальше я передвигалась, и я просто видела девочку, сидящую, себя, девочку, сидящую со стороны, а я там где-то, где мне надо было, я там пребывал. И она это очень классно описывает. И я, когда я поняла, что не все так делают, я не стала об этом даже говорить, а как я об этом, ну совсем, и так идиотка, еще скажет, вообще дебилка. Вот, соответственно, вот что она пишет про звук. Когда я вела себя не так, как следовало, это случалось довольно часто, бабушка вызывала меня к себе, чтобы отчитать меня. Я любила это. Я стояла совершенно неподвижно и смотрела ей прямо в глаза. И когда она начинала говорить, ее слова начинали кружиться по комнате. Слова начинали кружиться по комнате. Они были разных цветов.
Не тех обычных цветов, которые встречаются повсюду, но цветов совершенно иного рода. Они светились и складывались в причудливые узоры, вот то, что мы с вами видели. Все вокруг меня словно живое, и все двигалось в дивном-дивном узоре. Я купалась в разноцветных искрах и кружилась в них. Они то и дело меняли форму, и было приятно плыть в этом потоке. В мире ирис не было людей, только масса обстоятельств, которые иногда замирали, которые можно было понюхать, попробовать на вкус, схватить и бросить. Иногда они шевелились и издавали звуки. Было веселее, если они издавали много звуков. Тогда они распространяли красивый свет, и лучи света складывались в красивые узоры, которые все время светились и извивались в причудливых формах. Это было похоже на фейерверк, там были цвета, но это не были обычные цвета, это был чистый свет, который каждый раз преображался. Ну и так далее. Там у нее много, на самом деле, воспоминаний именно вот про то, как она сейчас ощущает звуки. То есть она звуки воспринимает то, как вот мы видим здесь. Это я так понимаю, да? То есть такой способ у нее видения нашего мира. Это вот к вопросу о диапазоне. Мы видим одно, а есть и среди нас те, которые видят чуть больше. Это не значит, что все люди с аутизмом видят чуть больше. Это значит, что она это так видит. Но подтверждение, что люди с аутизмом чуть больше видят, есть еще у одной дамы. Это есть такой фильм, кстати, «Темпл Грандин». Это еще одна великая женщина с аутизмом, которая тоже стала профессором животноводства. Посмотрите фильм прекрасный «Темпл Грандин». Я с таким восторгом это наблюдал, как она там с животными все это устроила. Та система, которая сейчас существует в мире забивания животных, это придумала Темпл Грандин. Ну, многие пользуются ею. Почему? Потому что она хорошо понимала коров, вообще хорошо понимает животных. Ну, то есть это особенные люди и особенные у них, соответственно, выводы. В прошлом веке жил швейцарский ученый Ганс Джини, он тоже посмотрел на все эти опыты и решил провести их. Но он уже проводил это на других материалах, например, на консистенции вот такой, как вот сметана или что-то такое, для того, чтобы понять дальше, развить эту историю. И у него получились, знаете, такие от галактик, вот от строения галактик, до клеточки человека, когда он проводил опыты. Одни из самых последних опытов, очень живописных, уже на такой более современной аппаратуре. Вы сейчас посмотрите, это очень классная история, мне она очень нравится. Она уже, знаете, такая 3D-визуализация. Посмотрите, пожалуйста, вот как сейчас это все устроено. Вы видите, да, что происходит? Это нам рисует, как они это сделали, то есть две платформы со звуком. Отражаются спикер и плейт, который отражает нам. И вот дальше, что происходит с веществом. Смотрите, что будет происходить, как оно будет меняться. Вот мы повесили в воздух, просто звук. Есть, и вот висит такая штучка. Сейчас уже, я знаю, вешают больше такие вот мячики. Дальше они усложняются. И что получается дальше? А, вот это очень важно. Обратите внимание, что происходит здесь? Это сухой лед. И звучит некая мелодия или звук просто идет. Вот он проводит, и вы видите, как структурировано здесь пространство. То есть нет хаоса никакого. Здесь есть четкая структура. Какой звук, такое пространство. Вот посмотрите, сейчас еще чуть-чуть я вам отмотаю, это очень важно, чтобы мы понимали. Когда мы говорим, сразу вокруг нас все трансформируется. Как писала Йоханссон, все сразу меняется. Все, мое любое слово влияет на всех вас, потому что слово неудержимо, оно сразу в вас попадает. Вы не можете от моего слова закрыться. Вот посмотрите, да? Видите эту структуру? Поехали дальше. Вот шарики вешаем. Тоже они не вешаются в хаосном порядке, а именно структурированно шарики висят. Ну и так далее. Вот здесь еще раз. Вы теперь уже видите уже болтики и все остальное, более тяжелые предметы. Вы еще повесили, на летающую тарелочку мы покажем. Капельки, да, капельки. Вот так. Вот что, какой вывод напрашивается? Напрашивается такой, почему все работают над этим? Если сейчас вы заглянете в интернет и забьете там, допустим, звук
применения военные, поверьте, миллионы, 11 миллионов, я вот буквально сегодня проверял, 11 миллионов страниц. О чем это говорит? Что уже давно достаточно, начиная с 40-х, когда еще, вы помните, это Wunder оружие, да, как там, чудо Wunder по-немецки, пытались, когда уже проигрывала Германия, было понятно все. И вот они все силы науки бросили на то, чтобы создать какое-то оружие, которое спасет ситуацию. В том числе они использовали то, что сейчас используем мы, именно в звуке. Создана была некая акустическая установка, которая могла звуком влиять на человека. Ну, не убивать, то есть они не успели ее доделать. Но те разработки, которые они начали, которые они все-таки пришли к какому-то результату, и американцы, и мы пользуемся. Чуть подробнее я обязательно об этом расскажу. Так вот, сейчас все этим занимаются. Почему? Потому что все понимают, что если мы, вот помните Эни Бенераба, вот если мы вот звук выяснили, формулу, какая формула, то очень просто. Зачем нам самолет, если мы можем, вот платформа, мы все стали на эту платформу, звуком она поднимается и через океан летит, предположим. Ничего не нужно больше делать. Форма. Если мы некую формулу задали звуком, идет материя, ну, например, это глина. Вот это глина, и ничего не видно, а рождаются кружки. Вот они раз, звук, рождаются кружки. Вы понимаете, что это реально, да? То есть, если мы знаем, какая формула у кружки, звуковая печать, то мы легко это рождаем. Естественно, всем это интересно, и все ученые хотят быстрее это изобрести. Так с ядерной бомбой. А почему военные? С одной стороны, всегда военные толкали науку вперед, потому что хотели создать оружие. С другой стороны, та сторона, вот, например, Советский Союз хотел создать ядерную бомбу, чтобы, не дай бог, те не первые не создали. В итоге вот эти соревнования всегда приводят к такому движению науки вперед. И то же самое происходит со звуком. Уже есть такие звуковые снаряды, которые такие передовые, они их помалкивают, но только мало что просачивается на поверхность, но мы все работаем, все разведки мира работают, потому что это очень просто. Сидит человек в танке, и если вы обладаете вот этой пушкой, допустим, акустической, ну что танк, ну что броня? 8 человек сидели в танке, раз нету никого. Ну, в смысле, они все умерли. Как они умерли, непонятно. Это очень легко, убить президента любого, например. Не надо бегать по Лондону с полонием. Это так просто, просто оставил установочку напротив, раз, и у тебя разорвалось сердце. Если вы знаете много мифов и легенд о русалках, да? Вот русалки затягивают в море. Или находят в морях и океанах пустые какие-нибудь яхты с мертвыми моряками и со всеми, кто там был. Вот, ну, чат, вы знаете, что такое бывает. Что происходит? На самом деле, как ученые говорят, инфразвук. Мы не слышим этот звук, но он убийственно может влиять. А как раз таки волны, что такое океан? Это волны. В определенной ситуации рождаются такие волны, которые на человека могут влиять таким образом, что человек просто начинает панически бояться бежать, куда бежать с корабля? В море. Вот поэтому они плавают там в одиночестве, потому что все прыгнули. Вот вам и русалки. Человеку свойственна мифологизация. Если рассмотреть с этой же точки зрения ту же Библию, мы то же самое сможем все рассказать, историю Земли. Без мифов, без мифов. Понятно, да? Так, поехали дальше. Ну и ну, как уж раз мы начали про военных, давайте я вам покажу, например, ту акустическую пушку, которая уже сейчас есть, но она не военная, ну, в смысле, она не такая, которая способна убить, но ничто не помешает, если захотеть. О, yes! В 2003 году BBC сообщала о том, что тяжелую рок-музыку американские исследователи, для того чтобы, ну, это пытка была, они хотели сломить волю иракских военнопленных. Вот что они делали? Они, значит, ставили эту музыку и смотрели, что происходит. Вот сержант Марк Хансел некий, он в интервью Newsweek рассказал следующее. Эти люди раньше не слышали heavy metal. Они не воспринимают его. Если им играть в течение 24 часов, мозг и тело погружаются в транс, течение мысли замедляется, а воля ломается. Вот тогда приходили мы и разговаривали с ними. Понятно, да? Вообще, если говорить о военных, то действительно, немножко, когда я не стал вам много всякой информации приводить, еще один ролик только покажу,
это страшно становится, потому что то, какие разработки они хотя бы показывают нам, это уже страшно становится. Соответственно, хочется, чтобы на это оружие было антиоружие, ну то есть, чтобы защититься. А как можно защититься? Не все понимают, потому что это звук, а звук он вездесущ. Ты даже можешь не понять, что звучит нечто, потому что мы, опять же, не все слышим. Если это инфразвуковая какая-то пушка, то мы просто ее не слышим, а она нас убивает. Сразу вспоминается Бондарчук со своим двухсерийным кино. Как оно там называлось? Где с башен звук рассеивали? Бондарчук, Федя, вспомните, как называлось. Никто не помнит этот фильм. Фантастический фильм. Да-да-да, по Стругацким, как нас, не помните, да? Да не важно, там суть в чем, помните, да? Раз в день вышки у них были, и они звуки распространяли. Это подавляло волю человека. Это, казалось бы, фантастика. Не обитаемый остров, а как? Таинственный. Обитаемый остров. Обитаемый остров, вот. Вот, опять же, когда смотрел, я думаю, ну что-то в этом есть. Я никак не мог понять, почему мне это близко, что происходит, почему я верю во все это. Ну сейчас, мне кажется, понятно. Ну и давайте посмотрим, что приготовили военные. Это еще раз говорю, это очень мало из того, что они показывают. Они же основное это не показывают нам. Но то, что есть, мы сейчас с вами посмотрим. Акустическое оружие. Смотрите прямо сейчас. Звук смерти. Акустическое оружие пробивает даже танковую броню. 7 ноября 2007 года. Тбилиси. Несколько тысяч человек, не согласных с политикой Михаила Саакашвили, выходят на улицы города. Через час случается невероятное. Буквально все демонстранты начинают корчиться от боли, терять сознание и биться головой о стену. В этот же день в больнице Тбилиси поступают 508 пострадавших. Все они жалуются на жуткие головные боли, приступы клаустрофобии и потери сознания. Большинство пациентов не могут вспомнить даже то, что были на демонстрации. Как выяснится позже, во время демонстрации грузинская милиция применяла не только резиновые пули, водометы и слезоточивый газ, но и акустическое оружие. Более того, это использовалось в Ираке и в Афганистане, то есть это, в общем, они не скрывают. Там тоже по теме эти были алрады, их ни с чем не перепутаешь. То есть это все было. Вот акустическая пушка, которую использовали грузинские военные. Она разработана американцами и называется ЭЛА. Установка выдает мощный звуковой импульс, который вызывает у человека острую боль в ушах, чувство необъяснимого страха и панику. Очень высокий уровень звука может вызвать даже болевые ощущения, а превышающий болевой порог порядка там 140-150 дБ просто потеря слуха за счет того, что лопаются барабанные перепонки. Это аналог американского «Элрада» – российская акустическая пушка. Она представляет собой фазированную антенную решетку. Внутри вмонтировано 40 пьезоизлучателей, которые вместе производят звук 160 дБ. Человеческое ухо в состоянии выдержать только 130. Этот невыносимо громкий звук, неприятный по своей тональности, вызывает у людей сильные болевые ощущения, вплоть до рвоты и даже потери сознания. Чередование двух тонов, скажем там 460 или 620 Гц. И вот они чередуются, и вы слышите вот так. И российская, и американская акустические пушки работают по одному принципу. Но у них есть и кардинальное отличие, которое ставит их в разные весовые категории. Американская пушка действует не только на барабанные перепонки, но и на психику человека. Все дело в том, что ее сила не в количестве децибел, а в треке, который она проигрывает. Это на самом деле является такой тайной, да, коммерческой, что это за звукоряд. Например, там наложение плача какого-то ребенка, который, да, очень громко раздражает, но еще какой-то звук. То есть те звуки, которые реально в жизни пугают людей.
Тесла экспериментирует над спектром низкочастотных звуковых волн. Они совсем не слышны человеческому уху, зато опасно воздействуют на организм. Частота инфразвука – это диапазон от 2 до 20 Гц. Внутренние органы человека имеют колебания в этом же диапазоне. Когда частоты совпадают, то происходит резонанс. Это может повлечь за собой нарушение работы сердца, непереносимую головную боль и галлюцинации. Инфразвук может воздействовать негативно на организм, то есть вызывать определенные изменения в нервной системе человека, сердечно-сосудистой. Прежде всего, значит, эндокринной, вегетативной системы может влиять на слуховой вестибулярный аппарат. Самая опасная частота с 7 до 9 Гц. Она совпадает с колебаниями мозга и нарушает мыслительный процесс. Человеку, на которого воздействуют такими звуковыми волнами, начинает казаться, что его голова разрывается на куски, он впадает в состояние крайнего отчаяния, паники и ужаса. Пусть вас это не пугает, дело в том, что они придумали уже еще более страшное оружие, это называется акустические пули, как я недавно узнал. Это что такое? Это такая установка, как, когда выстреливается нечто звуковое, в вас это проникает, но вы не чувствуете сперва, но очень быстро с вами начинают происходить какие-то вещи страшные. Ну, опять же, человек — это волна тоже, мы все колеблем, мы вибрируем, соответственно, мы сплошная вибрация. Эта вибрация начинает нас разрушать изнутри. То есть она делает такую деструкцию, попадая, знаете, как дротиком бросают, или вот как раньше эти индейцы, помните, выплевывали эти, как они назывались-то, летящие эти стрелы, да? И человек умирал с ядом на наконечнике. Сейчас этого не надо. Сейчас они работают именно над тем, чтобы можно было выстрелить, чтобы пули не было, чтобы крови не было, но человек умирал. Вот какая страшная история. Но я знаю одно, что всегда есть яд и есть противоядие. Поэтому у нас будет третья часть нашей с вами беседы и семинара. Мы там будем говорить о том, как можно от этого всего себя обезопасить и вообще можно ли защититься от звука. Делая еще один вывод промежуточный, мы все поняли, что звук — это форма, а форма — это звук. Вы со мной согласны? Mm-hmm. Согласны. Хематика тоже со мной согласна. И вот дальше у меня возникает вопрос. А как же человек? Что же в этой структуре человек? Ну, опять же, во всех священных источниках написано, что человек — это, в общем-то, руки и глаза Бога на земле. Кто-то говорит, что человек — это вообще как Бог. Ну, так или иначе, в общем-то, человеку отводится большое место в нашей с вами жизни. Я, когда стал изучать именно звук, я понял, что действительно человек — царь природы. Действительно, человек — это уникальное существо. Если раньше я говорил, что да мы ублюдки, да мы губим эту планету, да мы вши для планеты, давайте, Земля, скинь нас отсюда. Но именно изучая эту проблему, этот вопрос я понял. Нет, это уникальная машина, которая была создана, и мы действительно обладаем невероятной силой. Это сила звука и сила голоса. Ни одно живое существо на планете, кроме человека, не обладает такой способностью. И вот здесь возникает вот мой старый разговор 8-летней давности. Почему мы говорим? Почему? Мы говорим для того, чтобы тут же преобразовывать реальность вокруг нас. Все, что мы делаем, все, что мы говорим, все, о чем мы думаем, тут же становится проявленным на физическом плане. У меня мама спрашивала когда-то, она не верит во все эти тонкие дела, она говорит, я все не понимаю, ты мне не объясняй, я человек другого поколения. И я ее очень легко убедил в том, что все тонкое тоже существует, одним простым примером. Говорю, мама, о чем ты думаешь? Ну, я вот думаю о том-то, о том-то, о том-то. Ну, покажи мне эту мысль. Мама села, зато, как я тебе могу ее показать? Ну, вот ты подумала, надо сварить вареники. Ну, покажи, это же не физическое нечто. Я говорю, да, не физическое. Ну, а как ты это подумал? Ты же все... Это заставляет тебя встать, пойти, взять тесто и так далее. Да. И вот это как-то ее немножко, ну, заставило действительно поменять свое мировоззрение. Нами двигает то, что мы не видим. Это то, что Платон называл мир идей, да, а здесь это только, ну, некие тени. И все мы находимся вот в этих тенях и сами являемся тенями. Я нигде не нашел ответа на вопрос, как же человек взаимодействует со звуком. Ну вот что такое человек с точки зрения, ну, вообще как создание.
То есть никто об этом не пишет, каждый берет свое. Вот так в школе. Мы приходим, изучаем физику, потом идем на химию, потом идем на математику, потом идем на еще что-то. Мы не понимаем, для чего нам это дают в школе. В институт мы приходим, та же беда. Я когда получал свой диплом, я уже, ага, языкознание, а, это у меня лингвистика, ага, так я языкознание изучал для того, чтобы изучить вот это потом. Но я целостной картины не представлял, как и многие из нас не представляют. И у нас такая система обучения, которая все делит. И мы не представляем, что с этим делать. Школа и институт, с моей точки зрения, должны давать нам картину или помогать картину найти мира, где мы с вами живем, что это такое, где мы с вами очутились. Вместо этого мы приходим и вот это нога слона, и давай ковыряться в ноге слона, это ухо слона. Поковырялись, мало кому вообще пришло в голову это все объединить. Вот так и я. Я когда стал изучать, что такое человек, ну вы понимаете, с какой проблемой самой большой я столкнулся, никто не знает, обезьяна. Была обезьяна, стала человек. Почему сейчас обезьяны не превращаются в людей? Непонятно. Почему нет промежуточного звена должно быть? Непонятно. Но все равно человек обезьяна, что тут непонятного, господи. Вот. Единственное место, которое мне помогло, это были шастры, это опять же ведическая культура, литература, эти древние, спасибо им большое за то, что они хоть что-то написали, чтобы понять, что такое человек с точки зрения звука. Я понял кое-что и вам очень быстренько расскажу простую структуру. Вот нарисуем человека. Значит, сейчас 10 минут нарисую, да, потом делаем небольшой перерыв. Значит, звук. Как по шастрам рождается звук и как мы, собственно говоря, все зависим от звука. Во-первых, в ведах написано, что 70% энергии мы тратим говоря. 70%, представьте, говори. Вообще, по ведам человек создан, чтобы говорить. Это его основная деятельность. Не копать, не сексом заниматься, все. Говорить. Сейчас мы исключаем случай, когда человек не мой рождается, это определенная совершенно другая история. Задача там тоже своя у него есть. Человек не говорит, но он думает. И это тоже очень важно. Так вот, в шастрах написано, 4 ступени звука есть. Я не буду называть их вам по-индийски, потому что это очень довольно сложно, на санскрите вам это и не надо. Кто хочет, я вам могу потом информацию эту прислать, или возьмете у меня для вас специально распечатанный список литературы, вы можете каждый себе взять, здесь все подобрано. Так вот, значит, давайте с самого низа начнем. Вот там, где мы с вами общаемся с помощью языка, вот я сейчас с вами говорю, я влияю на физический план, то есть на вас. Я говорю, вы меня слышите ушами. Это самый такой четвертый уровень. Каждый из вас слышит голоса. Как бы ни утверждали некоторые психотерапевты, и психологи, и психиатры, мы все слышим голоса. Если вы сейчас я замолчу, а вы послушаете свой голос, или да, кто-то из вас захочет услышать мой голос, и вы его услышите, послушайте его. Слышите? Вы в голове у себя. Послушайте любимую песню в голове. Маму послушайте, папу, любимого человека, вы услышите голоса. Вот этот уровень, он третий уровень, это голоса, которые у нас с вами в голове, когда они уже оформились в некую мысль. Дальше, еще один уровень 2. Это когда форма и звук соединяются. Это когда мысль является формой. То есть, смотрите, что происходит. Как общались древние? Они, например, если мы не знаем языка друг друга, что мы делаем обычно? Если у нас рук нет. Мимика. Если у нас мимики нет, но у нас есть возможность что-то нарисовать. Если мы, допустим, вот не можем ничего делать руками, а рисуем. Что мы рисуем? А? Мы рисуем что? Ну, например, я хочу есть и пить. Что я нарисую? Кружку. Еду. Вот я нарисую бутылку, там, не знаю, банан. Все поймут меня, как вы думаете? Все народы мира? Абсолютно. Ну, если, понятно, если они будут знать, что Coca-Cola, они, конечно, поймут. Но вот эти все наскальные изображения, любой человек посмотрит, что там на мамонта кто-то бежит, все поймут, японцы поймут, корейцы, любой человек поймет. Вот так и вот этот второй уровень, это форма, которая еще никаким образом не стала словом. То есть у нас у каждого своя культура, у нас у каждого свой язык. У нас у каждого свое образование. И вот здесь есть некая форма. Человек, бегущий за мамонтом.
Вот эта форма, а потом уже в зависимости от того, как, на каком языке я говорю, что я знаю про это, что я хочу знать про это, насколько у меня открыто сознание или закрыто, понимаю ли я эту систему, я это и начинаю думать. Так рождаются мысли. Понятно это? Процесс ясный? Точно? Понятно. Я долго думал над тем, как же они там рождаются. Потом понял, форма, которая, да, потом облекается в мой язык. Я говорю на русском, я знаю про это, ну то есть через мои фильтры пропускается, и я получаю вот такую информацию на выходе. Например, маньяк. Поступает некая информация. Хочу любить. Что делает маньяк? Бежит в битцевский парк и любит. Если ко мне поступит такая информация, я не маньяк, но мне нравится какой-то человек, я подойду и скажу, я тебя люблю, ты очень хороший. Да? Вот так по-разному, проходя через эти фильтры, мы этой мыслью распоряжаемся. Ну и, наконец, номер один. Зарождение мысли. А зарождение мысли – это очень сложный момент, о котором я вам рассказать ничего не могу. Могу только предположить. Предположение мое такое, что это то, во что, собственно, моя мама не верит. Что то, что нами движет, это совершенно тонкая история, она не в этом мире, она трансцендентальная и, соответственно, непроявленная. И очень сложно понять. Я знаю одно, что это, я бы назвал это желание. Что все, что мы делаем, это только после того, как появилось у нас какое-то желание. И вот здесь, номер один, это как раз толчок к действию. Помните, как в христианстве из ничего вдруг появилось все, экс нихило, да? Вот, собственно, такая же история и здесь повторяется у каждого из нас ежесекундно. Вот есть некое желание, и все. И оно облекается в мысль, потом в речь, в смысле, потом в язык, в голове, а потом речь. Вот так это работает у нас. Так же, как творение всего, как нам пишут первоисточники в этих писаниях. Так же, как и творил Бог, так и творим мы. Кто этот, который посылает нам эти желания, ну, не знаю, я не берусь об этом говорить. Наверное, кто-то. Наверное, душа кто-то называет, кто-то духом называет. Я не знаю. Здесь доказать очень сложно. Мне хочется вот пока на физике вам могу вот показать это. Я в это верю. А дальше уж пусть там как-нибудь кто-нибудь другой разберется. Вот примерно так я вот такой ответ нашел на вопрос, а что же такое человек, и почему и сам человек звук, и почему и сам человек, так же, как и Бог, производит на свет именно свои, как он действует. И действуем мы исключительно благодаря мысли и слову. И здесь еще один вопросик маленький, который я вам бы хотел задать. Как вы думаете, что сильнее, слово или мысль? Мысль? Слово? Вы за слово. Я 3 года думал над этим вопросом. Я искал, читал, я смотрел разные, я с учеными разными общался, которые изучают эту проблематику. И в третьей части как раз мы непосредственно, когда будем говорить именно о том, как же нам с этой информацией быть, как ее применять в действии и в жизни, я вам все это покажу и расскажу. Но предваряя эту третью часть, могу сказать так. Если мы хотим произвести действие на физический план, мы орудуем словом, как топором или как молотком. Но предвестник слова всегда мысль. Всегда. С одной стороны, в Библии написано, что нужно по делам судить нашим, нас же. С другой стороны, любое дело или любое слово, оно предваряется мыслью. Вот почему очень важно, чтобы в нашей голове был порядок. Потому что исключительно, что будет в голове, то и будет вне нас. То есть так наш мир, так мы и творим наш собственный мир. Давайте сделаем маленький перерыв, поедим, попьем, проветрим и продолжим. Хорошо?